Чебоксарах ведется активная борьба с незаконно установленными рекламными конструкциями. Также на улице города появляются новые щиты, но уже легальные, те, которые в городской администрации зарегистрированы и пополняют столичную казну. В Чебоксарах незаконно установленные рекламные конструкции убирают часто. Их владельцам местные власти предоставляют достаточно времени, чтобы привести всю документацию в порядок, либо убрать щит самим. Если эти требования игнорируются, то производят демонтаж рекламных щитов. Сегодня у рекламной конструкции на проспекте Тракторостроителей возле 17-го дома припарковалась тяжелая техника – большегрузная машина с подъемным краном. Специалистам предстояло демонтировать рекламный щит, вовсе установленный без разрешительных документов. Предварительно с владельцем рекламного указателя велась долгая, однако безрезультативная работа. 16 апреля 2013 года в адрес рекламного распространителя было направлено предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе, где мы будем очень жестко в рамках действующего законодательства бороться. Аренда рекламного счета приносит прибыль. Если все необходимые документы оформлены правильно, то городская казна заинтересована в их установке. На сегодня в городе предусмотрено 550 мест под размещение евросчетов форматом 3x6. На всех законных основаниях данная организация, выдано разрешение на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы сроком на 5 лет. Заключен договор, согласно которого за данное рекламное место, в том числе, данная организация будет производить ежемесячные оплаты. Ожидаемые поступления по 2013 году порядка 30 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году? Это в два раза большая цифра, чем в прошлом году. Рекламные конструкции, которые установлены без разрешения, без соответствующих документов аренды, не приносят в казну средства, которые могли бы идти на развитие столицы. Мониторинг рекламы, размещенной на территории города, проводится еженедельно. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика.